Нам стало известно о том, что дальнейшая судьба уехавшего из России Максима Галкина очень волнует его поклонников и фанатов. Россияне гадают, придется ли им вновь увидеть популярного телеведущего на федеральных каналах. В программе «Сегодня вечером» на Первом канале юмориста уже заменил Николай Цискоридзе. Замена ведущего вызвала много разговоров, но по мнению Сергея Соседова не навредила передаче. Музыкальный критик уверен, что зрители смотрели программу совсем не ради Максима Галкина, а ради звездных гостей, рассказывающих свои истории. Таким образом, вести шоу может любой известный человек. Как нам сообщает один из российских телеграм-каналов, Соседов также уверен, что сбежавший из России муж Примадонны не должен возвращаться на наше телевидение. После тех слов, которые шоумен рассказал в адрес своей страны с началом спецоперации, ему сложно будет открыть глаза зрителям. Критик сильно сомневается в том, что российский народ сможет простить беглецу Галкину все сказанное и вновь ходить на его концерты. Простить ему хавские выходки в адрес России нельзя, говорит Соседов. Точку в вопросе о возвращении артиста надо ставить сейчас. Не забывайте, друзья, что на нашем канале каждое утро выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса.